Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья, с вами ваша Елена, рада вас всех приветствовать на своем канале. Сегодня я приготовлю очень вкусное блюдо для снижения веса. Кстати, это блюдо очень хорошо подойдет в пост, потому что кто сейчас постится, тот сможет и поститься правильно, и снижать свой вес. Так что, мои дорогие, для этого нам понадобится белокочанная капуста, помидоры, морковь, свежая зелень и грибы. Я беру шампиньоны. Капусту я уже мелко вот так нарубила. Шампиньоны я помыла и вот так нарезаю небольшими такими кусочками. Готовить я все это буду в пакете в духовке. Получается очень вкусно. Кстати, мои дорогие, также нам с вами понадобится соль немножко, так совсем-совсем чуть-чуть. И перец, и растительное масло. Также немножко, совсем чуть-чуть. Ну вот, в принципе, и все. Сейчас я все это нашинкую, нарежу и покажу вам дальнейшие мои действия. Шинкованную капусту слегка, просто вот совсем слегка, вот так вот слегка подсаливаю немного солью и переминаю. Совсем слегка, много не надо. Вот так. Сюда же добавляю резанные шампиньоны. Шампиньоны я подсаливать не буду. У нас с вами подсоленная капуста. И она даст сок. И шампиньоны наши также промаринуются, как говорится, в этом соку капустном, уже подсоленном. Далее, значит, я беру морковь. Сейчас я ее почищу и натру на крупной терке. Друзья, морковь я натираю на терке для корейской моркови. Зелень я мелко нарезаю при помощи ножа. И также мелко нарезаю помидоры черри. Вы можете взять любые другие помидоры, сочные. У меня на данный момент только такие. И к овощам я решила еще добавить 1/4 крупного лука. Сейчас так мелко порежу и добавлю к овощам. А наши овощи я еще немножко подперчу слегка. Я люблю поострее. Беру пакет для запекания. И в пакет наливаю примерно 1 столовую ложку растительного масла. Вот, совсем чуть-чуть налила. Смотрите, совсем чуть-чуть. И в наш пакет отправляю овощи. Вот такой пакет у меня получился с овощами. Беру вот так все, перемешиваю хорошенько. И теперь просто-напросто вот так беру, затягиваю, выпускаю весь воздух. Вот так с пакета. И завязываю узлом. Вот так. Вот так распрямляю, распределяю. Вот так у меня получилось. Беру форму для выпечки. Укладываю форму. И отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов. Буду выпекать примерно минут 30, а возможно даже и 45. Смотря у кого какая духовка. Ну вот, мои хорошие, овощи с грибами готовы. Сейчас положу на тарелочку и покажу вам, что у меня получилось. Вот такие чудесные овощи с грибами у меня получились.
Дорогие друзья, если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я на сегодня буду с вами прощаться. Всем приятного аппетита, хорошего дня и отличного настроения, и легкого снижения веса. С вами была ваша Елена. Удачи вам!